Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова Влад Тельзин. Стою я на водоеме под названием Комариное. Что-то в день не очень так активно клюет. Вот. Да, есть такие хорошие. Два по сколько? По 1,5 килограмма карася, 1,7 кг. Но надо ждать вечера, как я понял. Вот, стою я на пирсе. Ловлю карасей, потому что, ну, в чате нет-нет, пролетают. Трофы есть. Под утро были, сейчас как-то уже, ну, в день не активно, надо ждать вечера. Видимо, он клюет вечером и под утро самое активно. Вот, стою я, 8-я клипса прямо на пирсе. Вот кто не знает, давайте по карте покажу. Вот прям тут заспавнились, хоп, и встали. Карта открывается на букву М. А то один парень спросил в комментариях по Норвежскому морю, причем видос, на какую кнопку открывается карта. Карта открывается на клавишу М. М русская, ой, М это на английской раскладке, на русской это мягкий знак, на всякий случай так. Вот, опять закрыли трофейного карася, вот у меня что-то поклевывает. Стою я, 8-я клипса, давайте подробно. Я стою на бойло, да, клубника, свежая малина, малиновый крем, 8-я клипса. У новичков, естественно, бойлы не открыты, но сейчас мы к этому дойдем. Вот у меня тут еще прикорм, кому интересно, клубника, 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 малиновый крем, клубника и специи. Такой вот прикорм. Вот. Естественно, у новичков ловлено вот эти бойлы, вся эта байда не открыта. Но судя по тому, что все такое сладенькое какое-то вот такое, то надо ловить на тесто. Наживка. Тесто медовое. Ну вот, медовое тесто. 1000 штук у меня, кстати, есть. Давайте сделаем так. Там его крафтить, там надо, там мед, не мед, там оно дорогое в крафте. 10 человек, вот рандомно. Я выберу через сайт, рандомайзер. 10 человек, кто напишет в комментариях под этим видосом свой никнейм, вот кто-то из них выиграет. Все, что надо сделать, условие, это просто подписаться на канал, поставить лайк под это видео и в комментариях просто написать свой никнейм. И, наверное, уже завтра я сделаю розыгрыш, и вот случайные 10 человек получат по 100 теста от меня. Прям тут только сделаю розыгрыш, сразу зайду и скину. Поэтому участвуй, если у тебя нету теста, тебе надо, просто напиши свой ник в комментариях, и у тебя есть очень большой шанс получить, потому что я не уверен, что много кто будет участвовать в розыгрыше на тесто. Вот. Но все-таки, если нету, то попытай удачи, дружище. Возможно, именно ты и получишь. И пойдешь закрывать трофейных карасей. Но я посижу, подожду, когда потемнеет уже. Потому что, видимо, клюет он тут к вечеру. Ну вот она, поклевка. Вторая, получается, после того, как я остановил запись. Вот он, первый трофей. Он как жирный, блин. Он не синий, случайно, нет? Иди сюда. Нет, ну 2261 тоже такой крупненький, блин. Давайте заскриним, вообще классный. Вот это же жиробасина, конечно. Хороший, хороший. Я рад. Давайте глянем, это не самый большой вообще у меня. Какой у меня до этого был закрытый на комаре? Трофеи. А, да, это вот самый большой у тебя, 2261. А, этот у меня 2400, кстати, серебряный. А трофейный где-то, наверное, что-то по 3 килограмма и синий именно. Не знаю, надо сейчас глянуть, со скольки синяки, кстати, чтобы знать. Ну, наверное, где-то по трешку, наверное, ну, мне так кажется. Вторая поклевка после того. И опять трофейный. Глянул я, золотой 2900, серебряный 3200. Ну, нормально, два трофа подряд. К вечеру все-таки расклевалось. Значит, трофеи есть, значит, есть смысл тут посидеть. На раз такой клев пошел. Ну да, 2900 золотой, серебряный 3200. Значит, золотой кило 800 обычный троф начинается, а серебро кило 900. По такой логике. Стою я, было уже сколько, 4 трофа вроде бы, да? По массе, по массе. 4 трофа, последние 7 минут назад. Вот, ну и так были там крупненький, вот чуть-чуть недотрофный был. Вот такие дела. В чате даже одного синяка вытаскивали. Сейчас что-то так подзатихло уже сколько? 2 минуты ничего нету. 8 минут уже трофов нету. Ну вот сейчас пока так не очень активно клюет что-то.
Может, в ночь не активно именно, может быть, вот вечером и утром. Но один синяк где-то был. Не знаю, сейчас найду его в чате, нет, может, он уже потерялся среди всех трофеев. Ну, парень вытаскивал синяка на 3800 серебряного. Вот он. 40 уровень, трофей 3800. Вот он у него тоже на клубнику, на малину. 12300 опыта дал, ничего себе. 65 сантиметров. Чего? Полметра? Больше даже. Что-то... Страшно мне представить такого карася в жизни, таких размеров больше, чем полметра. Ну, что-то протрескивает, может быть, троф, но не точно, на самом деле. Так, что-то непонятно по внешке. Нет, чуть вроде не хватает, да, до трофа? А, нет, трофей. 2.18. Золотой как-то больше округлый, чем серебряный. Если так посмотреть. Не, вот, вот эти больше 2 килограмм уже такие прям поросята. Это все-таки он как-то... Так, не, давайте по массе. А, ну хотя они тут все больше 2 у меня. Ну да, они как-то больше, как-то так вот прям горбатые, нежели вот этот вот. Интересно, ну ладно, буду ждать сейчас, может быть, под утро как попрет. Кто-то ершей, даже линя, кстати, вытаскивали трофейного на 4 кг. Тоже на вот такую же сборочку. На такую же наживку. Но у меня пока 2 линя вроде, да, было? Да, 2. В ночь есть какая-то поклевка. Та ночь вообще была дохлой. Но это тоже не трофейная рыбка. Что-то такое. Средних размеров. Кило 129. Вот. Перезашел я на вот этом вот линьке. 7 минут я стою, 4 рыбы. Было так, я типа смотрел там с дивана, грубо говоря, когда клюнет. Ну была прям тухлятина. Меня прям отрубило клев. То есть у меня там за ночь вообще было, допустим, там 3-4 поклевки мелких. За прошлую ночь, наверное, получается. Вот, вообще тухло все, вроде ничего не менял. Но перезашел, закрыл игру, открыл по новой. Не знаю, сейчас посмотрю, что будет в эту ночь. Может быть, в эту будет. Что-то, ну, по трофеям в любом случае нормально. По массе. Так, золотых 7. И серебряных 9. 16 трофеев я надергал тут уже. Вся рыба. 16 штук, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук. Хорошо. В принципе, трофеи-то есть. На этой точке это уже однозначно людей. Все больше. Я пришел, было что-то 250, уже 393. Людей прибавляется. Вчера говорили вообще в ночь вечером. Что-то тут 900 человек стояло. Ну, вчера было воскресенье, поэтому, ну, возможно, блин. И в чате прям только чисто трофы, трофы летели бесконечно. Вот, ну что-то среднюю подергала удочку, непонятно. Поставлю ночь, посмотрю, как будет, и, наверное, на этом буду заканчивать. Ну вот, потому что что-то... Ну, точка, видимо, от меня немножечко уже устала. Что-то клёв прямо заснул у меня. Ну вот, трофей вроде бы подсел, да? Иди сюда. 2700, хороший. Довольно-таки хороший. Синяк с 3200. И тут тоже троф, кстати, 2 трофа подряд. Ну, может быть, линь, конечно, это просто. А может быть и троф. Нет, это троф карась тоже. Кило 900. Поменьше того, конечно, намного поменьше, да. Куда это, 2800? Такая дура. Ну, все-таки есть. Не так часто, да, я просидел, 10 минут ничего не было, потом вытащил сразу 2 трофея. Так что как бы как-то так. После закорма 28 минут прошло. Где-то через пару минут можно будет кидать спот с прикормкой. Вот. Ну, на этом, наверное, я остановлюсь. Уже утро, и у меня время заканчивается мое свободное. Поэтому давайте пойдем, наверное, посмотрим, что вышло. Вообще, сколько трофеев я поймал по массе. Вот давайте там по цене рассортируем. Так будет проще посчитать, потому что там есть немного такие всякие погрешности. По цене. Раз, два, три, четыре. Так, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 трофеев. Ну, довольно-таки, кстати, хорошо. 18 трофеев. Тут чисто на трофеях только 349 монет. А на всей рыбе
277. И суммарно 626 монет пришло на комаре. Ну, это довольно-таки хорошо. В принципе. А по кафе есть что-нибудь? Тут нет. Ну, есть, кстати, такие карасики по массе. Ага. По массе 3 штуки. Закрою кафе. Больше ничего нету. В принципе, да, есть трофеи. Тут можно посидеть, позакрывать. Чисто так, на интерес, почему бы и нет. Там вон уже еще одну удочку куда-то загнул, и, возможно, это трофей. Давайте проверим, и на этом уже закончу сегодняшнее видео. Может быть, конечно, и нет, но загнуло куда-то так прям знатно. Не, все-таки, наверное, не трофей. Нет, трофей. Еще один, да. Это сколько уже было? 16, 18, 19 трофеев. Ну, довольно-таки хорошо, блин. Приходите, пользуйтесь точкой, 8 клипса. Прям с пирса. Еще раз давайте сборку. Вот. У меня так. Можете попробовать на сладкое тесто. Повторюсь, о розыгрыше. Так что приходите, закрывайте. Ни хвоста, ни чешуи. И синих карасей в твой садок.